Сколько себя помню, люди всегда ходили на факел. Я думаю, Воронеж — это особенный город. Тут любят футбол. Не знаю, почему так сложилось, но это факт. Футболисты всегда чувствуют трибуны. Наши болельщики очень неравнодушные. Не знаю, что было бы с факелом, если бы не они. Факел — это огонь, и он разгорается сильнее, когда мы видим людей на трибунах.